spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Сегодня в нашем обзоре представлена сумка из линейки Carry All, выпускаемой английской компанией Lido. Это младшая модель из серии с приставкой Mini в названии. Такой аксессуар может пригодиться практически любому рыболову, будь то спиннингист, поплавочник или любитель донной снасти. Также возможно использование и в бытовых целях. Давайте поближе ее рассмотрим. Mini Carry All имеет следующие габариты. Длина 44 см, высота 25 см и ширина 15 см. В качестве основного материала для изготовления применяется современный полиэстер 600D. Он износостойк, прочен и легко очищается от незначительных загрязнений. К тому же, за счет специального покрытия с внутренней стороны, сумка обладает некой водонепроницаемостью и при незначительных осадках способна сохранить содержимое в сухости. Вес пустого аксессуара составляет неполные полкилограмма. Так как модель предназначена в том числе и для ходовых рыбалок, у нее предусмотрен плечевой ремень. Он выполнен из прочной стропы шириной 50 мм. Этот элемент не съемный, но имеет возможность регулироваться по длине. По бокам находятся двойные карманы. Пара наружных открытого типа способны вместить компактные аксессуары, небольшие инструменты и прочую мелочевку. Вторые отделения закрыты на обыкновенную молнию. Для большего удобства рыболова собачки замков оснащены объемными полумягкими ухватками. Здесь можно хранить небольшую коробку с приманками, портативный навигатор или фотоаппарат-мыльницу. С передней стороны мы видим тройной карман из сетки. Пригодится под бобины с леской, упаковки с крючками и фурнитурой, пачки с силиконовыми приманками или мультитул. Но не рекомендуем складывать сюда вещи, способные запутаться в мелкой ячее и порвать ее. Чтобы попасть в основное отделение, необходимо открыть два пластиковых замка фастекса. Кроме этого, по бокам клапана есть дополнительная фиксация с помощью текстильных застежек. Внутри достаточно места, чтобы сложить более габаритные коробки, термос и ланчбокс, а также все, что вам может пригодиться на непродолжительной рыбалке. Кроме этого, сумку Lido Mini Carry All можно взять на пикник или в небольшое путешествие. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.